Ютервок 2. Мы в расположении подразделений войсковой части 60-783 и других. Ютервок 2. Это чайная. За спиной столовая. Здание столовой. Чуть правее, туда справа, плац строевой. Солнце ушло. Так ехал, было солнце. Сейчас 4 часа, около 4. Около 16 часов. Здесь мы ходили пару дней назад, может, 3 дня назад. Смотрели территорию. Здесь шмель работает как раз. Вот он, тут где-то. Да вот он, я вижу. Это тут. Да, вот. Да, не будем ему мешать. Здание столовой. Мы зайдем вовнутрь, мельком глянем и посмотрим другую столовую, которая рядом, старое здание. В ту сторону столовой офицерского состава. Танк на постаменте. Ну, в эту сторону за спиной сейчас мы развернулись. Вот столовая. Здесь казармы. Потихонечку разворачиваемся. Столовая. 8 раз уже сказал. Вот вход. Деревья тут срезаны. Некоторые. Вот, например. Вот тут тоже в ассортименте. Плац просматривается. Строевой. А 6 мая 2022 года. Были двери, вот полотна снято, а коробки еще есть. Все помещения мы смотреть не будем. Некоторые посмотрим. Бокал. Общий зал приема пищи. Ну вот как бы прихожая. Тут тоже коридор. Небольшой. И снова двери. Табличка была. И здесь вот сразу помещение. Здесь вон там раковины стоят в углу. Можно помыть руки перед приемом пищи. Вон раковины с правой стороны. Потолок тут подвесной, упал. Здесь, видимо, меню было написано. Вот здесь, наверное, что подавали на завтрак, на обед, на ужин. И двое дверей в зал приема пищи. Вот, зашли. Жалко, что пасмурно. Потолки также подлетали, не выдержав испытания временем. Кое-где еще элементы. Там гардины, не гардины. Некоторые красивости были. С этой стороны там подсобное помещение. Вот там через дворик внутренний, туда зайти. Там зал, варочный зал, вспомогательный.
помещение. Но мы уже посмотрели. По всем ходить не будем, мы были ранее. У нас фонарь с собой имеется. Но пока мы его не включали. Хотя уже можно... Нет, не обойдемся. Простите. На выход. И пойдем в другую столовую, тут рядом. Вот тут вышли. Как бы дождь не пошел еще сегодня. Вот тут выросли деревья. Их тут спили. Покидаем вход. Тут плац. А мы потихонечку сюда направо. Там еще здание столовой. Старое здание. Старые постройки. Забрел куда-то. Тут мы не можем пройти. Вот здесь умывание. Вон там в углу влево. Здесь мы ходили, смотрели. А здесь вышли. Но прежде заходили сюда. Перехватывает горло. Ночью здесь хорошо ходить. Впрочем, и днем тут не хуже. Вот этот заборчик, мы сейчас его пересечем. И к столовой. Вот плац здесь. А там ворота вот здесь, можно зайти туда, заехать. Вот он плац, светлая. Площадка, это плац. Частично казарму видно. Вот здесь есть калитка. Была калитка. Насыпана. Строительный мусор насыпан. Пересекли. Ну, почти что. Вот мы куда попали. Видны элементы отопительной системы. Водопровод, отопление. Откуда затапливалось, запитывалось? С какой теплотрассы? Непонятно. А здесь вход с правой стороны. Мы в него зайдем. Вот они примыкают столовые друг к другу. Видно, что белый кирпич и красный. Белый. Новая столовая, как называемая. Красный. Совсем даже наоборот. И вон там еще вход есть. Мы туда зайдем, если будет возможность. Дорога проходит направо на... Направо на выезд из Витербок в сторону расположения автобата. Налево к стадиону. Вот он вход. И мы сюда уйдем. Пусть не смущает разруха. Очень давно заброшена. Кружка. То, что она почти новенькая, я не говорю. Не новенькая, нет. Вот видно, что нас тут ожидает. Да, если некоторые объекты будут как-то перестроены,
как-то будут приспособлены для чего-либо. Думаю, этот объект уже никуда не приспособить. Вот мы зашли, заходим. Да, вот такой вид с крыльца с этого. Что здесь было после постройки новой столовой? После постройки здания новой столовой я не могу пояснить. Что-то хранилось, наверное. Как-то использовалось. Вот прямо подъем на второй этаж. Фонарь-то хваленый я показывал. Вот он. А, еще нет. На веревке он этот. Пойдем еще сюда наверх. Включаем свет. Вот тут налево у нас есть дверь. Вот дверь. Дверный проем. Довольно приличных размеров дверь. И стандартная нет. Далее заходим. Переступили порог. Вот. Вот какое-то помещение. Пол тут кафельный. Стены кафельные. Здесь коробка распределительная была. Окно сдачи, выдачи. Это уже стена. Это новая столовая. Развернулись. Вон там мы зашли. Потолки вот такие, балки металлические. Сантиметров по 40, наверное. Окно так же вот тут. А, типа амбразуры. Вот столик, не столик. Прилавок, не прилавок. Сюда можно заглянуть. Да, вот так. Сюда мы не сможем прийти. Там мы увидим, почему. Потолок там обрушен. Здесь тоже скоро все упадет. И скоро не будет вообще доступа сюда. По причине невозможности. О, как загнул зайти сюда. Ты зайдешь, если тут все валим. Перила сохранились вот они. По ступенькам поднимаемся. Вон там мы сошли с вами. Вот тут. Двухстворчатая дверь. Перильца. И на второй этаж. Идем. Направо дверь тут есть. Прежде посмотрим. Внутренний дворик. Под нами вход. Тут, видимо, было построение. Были. Дверь направо. Навесы. Зашли. Вот помещение какое. Да. Потолки красивые. Зал приема пищи. И небольшой. Вот мы заглядывали в окно и говорил, тут мы сюда не зайдем, поскольку видно, что. Выходим. Вот тут даже тельник лежит. Сейчас. Вот тельник. Среди прочего тут. Бельишко. Вот здесь мы поднимались. Вроде как светлее делается. Или фонарь хорошо заработал. Или солнце выходит. Швабры. Швабры.
частенько встречаются. Идем на следующий этаж. Вот тут вход. Последний этаж. Ах, вот эта крыша. Это элементы новой столовой. Крыша, да, там, где руки мы мыли. С вами. Дверь, еще решетка. Решетка тут с претензиями на красивости. Вот какая решетка. Площадка небольшая. Это дверь, в которую мы заходим. Открывашка, закрывашка. Вот скоба приделана. И вот такой зал. Это третий этаж. Он почти чердачный. Да, почти. Ну, почти точно. Там сверху еще есть небольшой чердак. Решетки на окнах. Третий этаж и решетки. Вот это крыша столовой. Как раз это все зал приема пищи. Ах, и уже не только. С левой стороны это зал помещения подсобных. А мы потихонечку разворачиваемся. И выходим. Мы это крыло посмотрели. Тут какие-то тексты. От Насти. Ну-ка, что-нибудь тут. Да. Что там, козел там что-то. В общем, Насте кто-то насолил. Настя послание оставила. Это элементы системы отопления. И выходим. Теперь мы тут не задерживаемся, сразу на выход и пойдем в другой подъезд. Для полного счастья. То, что здесь эти объекты на территории и территория сама частная собственность, я говорю в каждом видео. Посещения здесь запрещены. А все эти объекты будут перестроены. Перестроены, поменяют свой профиль. Я оставляю ссылку с информацией, что здесь этот проект рассчитан до 40-го года. 2040-го вышли. Машины. Вон там вход, мы туда выбираемся. Деревья, конечно, подросли. Наверное, все-таки плац здесь был небольшой. Вот здесь вход будет. А мы были вот тут сам. Вот тут. Помните, я говорил, крыша? Там, где мы умывались, вот видно. Мы были в этом подъезде сейчас. И сюда идем потихонечку. Основной, наверное, основной тут был. Вот. Или вход в основные помещения. Вот этот вход.
Не все помещения доступны. Ну что доступно, посмотрим. Стены кафелем облицованы. Ступеньки. Зашли. Нечто небольшое коридора налево. А, налево тут. Давайте мы налево попробуем потом зайти. Да, попробуем. А пока мы заходим. О, Бухара. Мы направо пойдем. Вот Бухара написано. Ара. Направо дверь. На второй этаж подъем. Здесь, видимо, помыть руки. Да, вот этот зал, который мы заглядывали. Вон там мы в ту амбразуру заглядывали. Вон там где-то. Да. Вон там мы заглянули. Рушится. Рушится все. Стена здесь. Это новодел. И силикат на кирпиче. Сделано. Вот вход сюда. Стены обшиты панелями. Это что знаете, зачем? Тоже здесь проходил воинскую службу. Пояснят. Да, это щитки электрические. Еще кабель подходит сюда. Вот кабель. Текстов нет. И мы уходим потихонечку на второй этаж. Вот второй этаж. Подъем на второй этаж. Тут двери были вот как сделаны. Закрывашка, открывашка. Перильцы. Перильцы сохранились, эти все перила. Все красивости на месте. Вот эта плась. Вот под нами. Развернулись. Вход на второй этаж. Точнее, подъем на второй этаж. Поднялись. Прямо вот что. Здесь ничего. Вот все. Налево. Вот дверь. Это тоже, видимо, зал приема пищи. Как подавала сюда пища? Туда не пойдем. Можно тут исхитриться. Не пойдем. Целей будем. Да, падает все. Рушится. Балки тавровые. Да, вот мы развернулись. Вот здесь мы поднялись. Тюмень. Здесь Тюмень написано. Здесь мы поднимались. Еще будем наверх идти. Здесь мы смотрели. Видимо, тут где были, где руки мыть. Умывальник. Вот второй этаж направо. Мы там ходили сейчас, там, с той стороны.
И мы были вон там, в том зале, наверху, в том крыле. Ну как мы сейчас стали быстро смотреть? Осталось сюда тут нам подняться, на третий этаж. Или чердак, это уже. Плац. Ступеньки, побежали, побежали. На площадке налево. Вот что мы тут увидали. Это крыша уже тут. Элементы чердака. Ну, Запорожье, Пенза. До приказа 20 дней. 90. Да. А тут что-то написано. Весна, 85-й. Дембель. Псков, Псков. А тут тексты и цифры не читаются. Вот прямо. Помещение. Вон там, кажется, осы или пчелы гнездо себе сделали с правой стороны. Некоторые. Тут есть текст. До приказа 43 дня. По Воронеж. Татарская ССР. Вот. Белго. Здесь текст. Сумгаит. 81 год, 1981. 83, наверное. 88 год. Направо помещение. Вот все рухнуло. Ну вот и все. Ах, мы хотели на первом этаже посмотреть. Налево зайти. Мы раз хотели, попробуем. Фонарь мы выключили. Был включен. Мы были здесь давненько уже. Была другая камера. Освещение было другое. Надеюсь, получше это видео будет. Неизвестно, сможем ли мы когда-либо еще попасть сюда. Первый этаж. Вот здесь вход. Мы заходили, выходили. Ох, извините, извините. Вот тут мы заходили, выходили. Вот тут, вот эта дверь. Мы зашли сюда. А теперь мы зайдем налево. Вот сюда. Попробуем сейчас тут эту конструкцию, чтобы мы тут делать. Да ничего страшного. Туда зайдет, если даже мы туда пробуемся. Довольно толстая банка. Ох, ну что же мы так стремились? Откуда пришли? Пустое помещение. Пустое. Ну вот, зато посмотрели. Там гадали, что ж тут такое. Как же так? Там мы не зашли. Да, вот под ногами что у нас.
Покидаем мы здание. Фонарь садится как раз. Да, вот уже красный индикатор загорелся. Странно. Ах, нет, она была не полная зарядка. Крыльцо. И выходим. Вот это плац. Вот здесь мы заходили. Сейчас фотографию сделаю. Это объекта. Нечего будет на заставку поставить. Вот выберу еще что-либо. Да, на высоту даже в калиточку идем. Уже полчаса мы здесь проходили с вами. Полчаса. Да, сегодня 6 мая 2022 года. Вот стена. Стена отделяет еще другое. Там другие объекты, вот тут видно ключепровод. Была калитка. Вот это столовая. Новое, где мы начинали видео сегодня. Это плац. Будет возможность, мы туда сходим, но уже не сегодня, конечно, сегодня мы не пойдем. Мы посмотрели только здание, здание столовых. Новая, вот она, сейчас здесь. И старая. Да. Всем всего доброго, до свидания. До новых встреч.